Губернатор Приморья Олег Кожемяка провел рабочую встречу с заместителем руководителя федерального казначейства Александром Демидовым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия региональных и федеральных органов власти при строительстве стратегически важных объектов и решении различных социально значимых вопросов. Губернатор Приморья подчеркнул особую ценность работы казначейства в Приморье. Контролируют наши важнейшие объекты. Это Центр культурно-выставочной Аксаковской. Вот, мы договорились о том, что будем сопровождать все наши крупные строительные объекты через казначейство. Это удобный механизм, который позволяет и вовремя получить деньги подрядчика, проконтролировать их использование, субподрядной организации проследить чистоту проводок. Безусловно, большое спасибо за ту поддержку, которую вы оказывали в первые месяцы в части выдачи заработной платы, ну и в период наводнения по выплатам пострадавшему населению. Здесь у нас казначейство по нашей просьбе, оно работало и в выходные дни, и в праздничные дни проводились выдачи, когда это было необходимо. Вот, поэтому думаю, что такая работа должна быть продолжена. Вот, в целом мы положительно очень оцениваем работу казначейства в Приморском крае. Вот, ну и надеемся, что сейчас впереди у нас много больших строек и по спортивным сооружениям, по больницам, по дорогам. Вот, которые мы также все крупные объекты будем передавать на сопровождение казначейства, исходя из вашей отработанной уже методики чистоты и прозрачности. Это позволит, я думаю, что уменьшить сроки строительства и, скажем, исключит какие-либо проявления там, недобросовестности со стороны там, подрядчиков или иных организаций, кто может там посягнуть на это. Поэтому хорошо. За это спасибо. Да.